Программа «Мурманск. Город чистоты» продолжается. С улиц Заполярной столицы регулярно вывозят брошенные разукомплектованные машины, которые становятся помехой дорожному движению и работе уборочной техники. Ржавый отечественный автомобиль почти врос в утрамбованный снег на улице Героев Рыбачьего. Чтобы достать машину, водителю автопогрузчика пришлось в буквальном смысле откапывать ВАЗ-2104. Жильцы ближайших домов давно жаловались в управление своего округа на брошенную железную машину, у которой нет даже колес. Комплексная программа «Мурманск. Город чистоты» призвана навести порядок на территории Заполярной столицы. Включает в себя благоустройство парков и скверов, ликвидацию несанкционированных свалок, снос бесхозных построек и гаражей. Что касается автохлама, то с момента действия программы уже было вывезено около 2700 разукомплектованных автомобилей. Основная эта проблема в чем, что очень долгий период уходит на юридические процедуры, потому что надо найти владельца автомобиля, надо с ним договориться, потому что все-таки это его собственность, а право собственности у нас все-таки, ну, это священное такое право, которое, ну, человек обладает, и нельзя у него отобрать и куда-то увезти, поэтому это все согласовывается и затем выводится. Если мы не находим владельца, то машина, конечно, вывозится на специальные стоянки-отстойники. Программа действует, программа не однодневка, программа рассчитана на и после столетия города будет продолжаться, что самое главное.